Америка создана для всех, кто хочет найти свободу и здесь жить. Есть земля, место и возможности. А трудности Господь создал для того, чтобы человек к чему-то стремился, иначе это уже не человек. Я уже давно не молод, и у меня и для меня все есть. Но вот хожу, купаюсь в океане зимой, я морж, и это мне нравится. Похоже, что лучше всего тем, кто остался в бывшем Советском Союзе. У них во всяком случае осталась мечта вырваться куда-то, в ту же Америку, чтобы в один прекрасный день перестать, наконец, врать себе и спросить в магазине дешевого китайского шматья или, наоборот, дорогого, но все равно шматья. У вас, случайно, нет другого глобуса? И все-таки я не желаю ни себе, ни вам туда, где нас нет. Может быть, там и лучше, но туда мы все еще когда-нибудь успеем.